Привет всем! Динамо Тайм возвращается, стартует плей-офф континентальной хоккейной лиги. Солнечный Минск отправляет нас в Санкт-Петербург, поэтому с хорошим настроением едем в аэропорт готовиться к важному матчу. Настроение замечательное, мы довольны, что мы попали в плей-офф. Хотелось бы, конечно, раньше этого добиться, но ничего, как говорится, держали себя в тонусе, то есть до последнего дня. Я считаю, тут нет ничего страшного, как сложилось, так сложилось. То есть ровно не получилось удержать дистанцию, но ничего страшного, как бы одну из локальных задач выполнили, вышли в плей-офф, вот, и с нетерпением ждем серии против СКА. Третий год подряд я могу выходить в плей-офф, да, во всех сезонах ты принимал участие, но как ты думаешь, вот для команды это важно, такое ощущение стабильности, да, что вот наконец-таки Динамо как-то, да, пускай там где-то с какими-то сложностями, да, там какими-то спадами, но тем не менее добивает свой, проходит плей-офф. Сколько это важно для коллектива, вообще для, ну, белорусского болельщика? Ну, это, во-первых, рекорд, такого еще не было в истории, чтобы три года подряд выходили в плей-офф. Это, я считаю, хорошая новость и хорошая тенденция, что Динамо Минск конкурентоспособная команда, которая способна каждый год играть в плей-офф. Я уверен в том, с большим количеством или даже с малым количеством легионеров мы спокойно можем выходить с нашими белорусскими ребятами в плей-офф. Да, это одно из таких больших достижений. Каждый плей-офф, конечно, отличался и позапрошлый, и прошлый год от своего по накалу, по страстям, по счету там уже. Ну и составы, соответственно, я имею в виду, у нас были другие. Вот. Но это не отменяет того, что в этом году хороший опыт молодости и опыта. Хорошая команда, хорошие легионеры, молодые белорусские ребята и прогрессируют, и они в большей степени заслужили этот выход в плей-офф, потому что большую часть ребят играли основную роль в этой команде в этом сезоне. Поэтому я считаю, что можно этим гордиться. И я надеюсь, что все те ребята, которые иностранцы, и белорусы, и россияне, проявившие себя и вообще сыгравшие в этом сезоне, такой тяжелый сезон, 67 матчей, попав в плей-офф, это огромное достижение. Надеюсь, что это перенесется все и на плей-офф. А вы говорите, что по СКА, как тебе кажется, насколько удачно или неудачно, ну, складывались матчи в регулярке, что можно сказать? По тому составу, который есть сейчас? Ну, по матчам в регулярке были игры, где мы цеплялись, то есть там дошли до овертайма. Были игры, где мы теряли игру в течение там 10 минут. Да, СКА могло перехватить инициативу и забить 3-4 гола. Что вот нельзя позволять делать никак в этой серии. Нужно держать всю игру в руках, то есть от 0 до 60 минут и стараться как бы вот так вот не давать им играть периодами, которые не могут решить исход игры. Утром уже на арене, на часах 9.15, 9.45 выход на лед. Арена уже полностью готова к тому, чтобы встречать болельщиков. Да, разложены все трещотки. Да, на матчах будет много волонтеров. Кстати, скажу, что и на нашем первом домашнем матче также ожидается трещотки. Так что есть хороший атрибут в помощь, чтобы сделать поддержку еще
более шумный. Ну, а мы ждем выхода на лед наших ребят. Итак, самым первым на лед вышел Владимир Алистров, могилевская машина. Степан Фальковский. Что, отправляемся в отель? Спать и готовиться к вечеру. Ну что, мы уже на арене, ребята готовятся к матчу, разминка, поиграть в шкуру, конечно же, растянуть все свои мышцы, это самое главное. Но в ворота сегодня играет Костя Шосток, также сегодня дебют в плей-офф у Ильи Сушко, у Валентины Демченко, у Виталия Пинчука, у многих ребят, поэтому нужно пожелать им удачи, поддержать за них кулачки и верить в то, что сегодня у них дебют сложится. Матча неприятное попадание по носу, просто по душе, пока я не понял, это была шайба, либо клюшка, но в любом случае очень неприятно, много крови. И сейчас мы видим, как помощники, да, стюарды стараются это скорее убрать. Первый период очень тяжелый для нашей команды. Сразу травмировано три игрока. Джозеф Душек, несчастный Душек, попала шайба в лицо. Но вроде бы игру продолжит. Наш Борис Михайлович делает ему маску. Все-таки пакеты рассечения. Волон тоже не сможет продолжить в дальнейшем играть. Так что надеюсь, что Седрик и Джозеф вернутся в нашей команде. Но, конечно, начало очень неприятное. Пока выступаем 0-1. В перерыве отправлюсь по трибунку. Возможно, пообщаюсь с кем-то из болельщиков. Забрался на фанатский сектор в начале второго периода и общаюсь с любезной и красивой болельщицей Ольга. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Евгений. Обратите внимание, что у вас джерси Джеффа Плата. Судя по всему, наверное, болеете за «Динамо» очень давно. Расскажите свою маленькую историю. С 2010 года начался, да, сезон, и друг предложил всей нашей компании сходить на хоккей. Вот я первый раз попала, и с того момента хоккей – это вообще моя любовь. «Динамо» я не изменяю никогда. Вы приехали в Питер, чтобы поболеть за команду за плей-офф, это довольно такой, ну, непривычно. Ну, скажем так, я в последнее время проживаю в Питере, но как бы да, я не изменяю свои традиции. Все домашние матчи и плей-офф я стабильно здесь на арене. Велики наши шансы? Наши шансы велики всегда. Болеть нужно, как бы истинный болельщик, он верит в команду до конца. Поэтому только победа, только Минск и только «Динамо». Общаемся с еще одним нашим преданным постоянным болельщиком. Андрей, приветствую тебя. Здравствуйте, здравствуйте, всем привет.
Как дела, настроение? Как добрались до Питера? Все классно. Ехали на поезде. По традиции, третий год подряд мой день рождения отмечаем в поезде. Едем на СКА, на плей-офф и отмечаем день рождения в поезде. Было весело, был тортик, свечи, все было очень красиво. Друзья тебя поддержали, да, разделили с тобой день рождения. Молодцы. Если бы они, я бы даже не решился на эту поездку. С днем рождения! Да, спасибо моим друзьям, верные друзья. Класс, все супер. Как тебе противостояние против СКА? Какие ожидания вообще от этого матча? Мы приехали за победой. Надо. Сколько можно проигрывать? Слушай, знаю, что у вас есть такая традиция, вы никогда не фотографируете с местными болельщиками до конца матча. Расскажи про эту историю, почему вы так делаете? Все правильно. Никогда. Вот мы выходили сейчас на перерыв, столько желающих, ну как-то у нас сложилось, если фотографироваться только после игры при любом исходе. Ну, такая это вот... такое спортивное суеверие, да? Да, суеверие. Чтобы не сбить удачу. Все правильно, все верно. Игра очень интересная, счет это было 2-2, шайба на счету Никита Пашкаева и Федорика Пакета. Мы ждем 3 гола, ждем 3 периода, верим в наших парней. Выбрасывает Роман Дуров на финишном флажке. Большинство наши ребята ведут в счете впервые в матче. Надо этому порадоваться. Стало еще буквально 12 минут до конца третьего периода. Надо продержаться и попытаться выиграть победу в основное время. Верим на канал. Эмоции колоссальные. Выиграли со счетом 4-2. Забивает Алистров. Курьезный гол, но тем не менее гол. Мы радуемся за наших парней. Прямо сейчас у нас удаление. Нарушение дисциплинарного состава, честно говоря, довольно спорное. И СКА берет тайм-аут. Вся интрига впереди. Это было осталось 4 минуты 54 секунды. И у нас удаление. Здорово, выиграли первый матч, но это только первая игра, впереди еще как минимум 3. Отыгрывались по ходу игры 2 раза, и хорошо, что в третьем периоде забили нужные голы. Там уже где-то они начали рисковать, снимать вратаря, и такая нервная концовка немножко тоже, но победа есть победа. Знали, что соперник побежит, были к этому готовы, поэтому выдалась игра в кость. Видно было, как все ребята бились, ложились костью под шайбу. Игра плей-офф, она такая и будет, поэтому здорово, что выиграли. Забываем эту игру и двигаемся дальше. Классные эмоции, выиграли такую серьезную команду, главное не останавливаться. Все говорили до серии, то, что можно спокойно играть с такой командой, что, собственно, мы делали на игре. Конечно, очень приятно, тем более плей-офф. После такой паузы была травма у меня. Забил какой-то такой, можно сказать, груз, какой-то с плеч раскрепостился немного, и так, наверное, даже легче, уверенность прибавилась. Каждый подбадривал друг друга на скамейке, и когда видишь, как ребята ложатся под шайбу, рискуют своим здоровьем, это немного сплачивает коллектив, и все хотят тоже приносить пользу команде, и я считаю, что вот после первого гола немножечко встрепенулись и начали играть как одна команда друг за друга, и это принесло свои плоды. Пришел немного, поговорил с доком, немного подержал лед, пошел обратно. Забил, так получилось.
Рад очень, что смог реализовать момент. Какой-то такой немного курьезный. Вот. Но главное, что мы выиграли. Я думаю, шайба это немного помогла нам. Приглашаю всех болельщиков на домашние матчи. Думаю, все видели по телевизору, что мы показываем хороший хоккей. И очень надеюсь, мы постараемся показать такой же хоккей на домашней арене. Сегодня было слышно наших болельщиков, несмотря на большое количество болельщиков СКА, но наши все равно, мне кажется, перекричали. Здорово, что люди приезжают на выезды и поддерживают нас. Большое им спасибо. И надеюсь, увидим большое количество наших болельщиков 5 и 7 числа. Приходите поддержать нас. Вам ваша поддержка очень нужна нам. Да, просто нужно не останавливаться, идти дальше. Ни о чем не думать, просто... Ну, точнее, думать только о победе и ни о чем другом. Играть до конца и играть в ту же игру, которую мы играли сегодня.